Привет всем, мои дорогие хорошие подписчики на канал Успешный Сережа. Сегодня я обзорчик сделаю на книгу Виктора Цоя. Называется которая «Цой и кино. Памятный альбом». Вот они выпустили памятный альбом. Сейчас я сделаю такой обзорчик. Вот он, Витек идет. Как будто с неба спускается. Тут все беленькое, вон где. Тут вот года какие-то. В 90-м году он умер, вот, когда все начал делать. Вот он. Прикольно на гитаре играет. Но я, кстати, еще не читал. Надо почитать ее. Вот. 78-й год, видать, на когда он первый раз, короче, взял гитару или что. А в 79-м году я родился. Там босс шкребается. Вон, Андрюшка Панов. Они, кстати, короче, с Пановым были корефаны вообще. Офигенно. Там с королем Бородиком общался, то есть, короче, с Ольгой, которая его жена. Ну, он говорил, что он ей любил лицо, ему, короче, по помойкам там лазит в детстве, короче, вообще прикольно. Мне, кстати, кажется, все детства не били по помойкам. Сейчас кто-то будет говорить, гандарь, да мне вообще как-то, пускай говорят, их не дело. Ой. Вообще прикольно. Ну, она, короче, я ее на Алиэкспресс, на Алиэкспресс, это Китай. Я ее читаю в городе и заказывал где-то за 700 чем-то рублей. А у нас, короче, в городе подается на почти рубль. 990 чем-то рублей. Ну, кстати, вот он, кочегар, вообще прикольно. Вот. Ну, я не фанат Цоя, но его творчество уважаю, да вообще. О, прикольно фоткнул. Вот еще. Кстати, прикольная книга, советую, только я еще не читал, но упал. Много тут, короче, фотографий всяких. Фанатам по-любому понравится эта книга, которая любит Цоя творчество. Ираке, кстати, бы ему шел. Ну, вот такой вот обзорчик я сделал вот на книгу. Толстый такой. Сколько тут страниц, я вам даже скажу. А, по стадиону гуляю, я один гуляю, что дальше? Я ничего не знаю. О-о-о-о. Я без денег, мама, мама. А я, кстати, короче, эту песню переделал так. Бухаю, я один бухаю, что дальше? Я ничего не знаю, нет водки. И опять нет водки, я снова человек с находки. О-о-о-о. Я бухаю, мама, мама. В толпе я снова без ирокеза, я снова человек без перса, бухаю, целый день бухаю, что дальше? Я ничего не знаю. О-о-о-о. И я бухаю, мама, мама. Кстати, понравился ли это обзор? Подпишись, жми класс, лайки, дизлайки, любые комменты приветствуются. Ну, с вами был Успешный Сережа, там телефон звонит. Ладненько, пока. Подписывайтесь, друзья.